Привет, меня зовут Диана. Сейчас будет немножечко текста на китайском языке. Специально для repetit.ru. Пожалуйста, не переключайся, я скоро вернусь. Hey, 你好, 我叫戴娜, 是汉语的老师, 你听懂的话那就好了, 听不懂的话, 来我还是继续俄语说吧. Ну вот я и вернулась. Если ты новичок, пожалуйста, не переживай. Китайский язык, конечно, сложен. Сложенно мы его разложим. И разложим красиво по полочкам. Учить буду так, как учили меня по институтской программе. А что это значит? Это значит, учебники есть, задания есть, программа есть, ну и дополнительный материал по желанию тоже имеется. Мы красиво войдем в мир китайского языка, сначала изучив его звучание, а потом научившись выводить такие непонятные, на первый взгляд, иероглифы. Потом мы все это вместе соединим, и вуаля, уже умеешь читать, писать и слышать то, что говорят китайцы. Не правда ли здорово? Ну а если ты продолжаешь изучение китайского языка, учишь его в школе, или вдруг не успеваешь за сокурсниками, тогда я с удовольствием помогу тебе подтянуть знания китайского языка по твоей программе. Ну вот и все, что я хотела сказать. Пиши, звони и присылай письма.